лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Зажгите свечи, запляшут тени на стене. Холодный вечер замрет и съежится в окне. Снежинкой талой застынет время на стекле. Не будет больше никого на нами брошенной земле. Зажгите свечи, так мало света на пути. Укрыться нечем от тьмы и холода в груди. Еще немало судьба оставила для нас, и этот вечер, он у всех ведь первый раз. Давайте лучше помолчим, сюжет не нов. Различны лица наших дел и наших слов. Не потому ли, что играем день за днем чужую роль, которую себе берем. Так что не будем вспоминать, хоть и в этот раз, какие игры жизнь оставила для нас. Они так злые, не понять, с какой поры мы принимаем почему-то молча правила игры. Зажгите свечи, их свет заменит нам слова. Пустые речи, от них устала голова. Быть может, каждый оставил где-то светлый след, но здесь его в помине нет, лишь дым и пепел сигарет. Давайте лучше помолчим, сюжет не нов. Различны лица наших дел и наших слов. Не потому ли, что играем день за днем чужую роль, которую себе берем. Так что не будем вспоминать, хоть и в этот раз, какие игры жизнь оставила для нас. Они так злы, не понять, с какой поры мы принимаем почему-то молча правила игры. Зажгите свечи, запляшут тени на стене. Холодный вечер замрет и съежится в окне. Еще немало судьба оставила для нас, но этот вечер, он у всех в последний раз. Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня с вами передача «Варварские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Александр Соколов, поэт, музыкант, аранжировщик. Много еще чего. Да, член Совета Петербургского рок-клуба. И много-много чем он занимается. Может, не перечислить даже. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Пока ты играл... Саша, у меня такие мысли разные у меня посещали меня, вопросы. Я вот передачу так веду, когда человек поет первую песню, да, у меня какие-то ассоциации рождаются в связи с музыкой, с тембром голоса, с образом человека. И вот вопрос такой простой. Вот как ты выжил? Вот,
мы с тобой одного и того же времени. Я уже знаю, ты рок-музыкантом был, да, с Ильей? Ну, я и сейчас рок-музыкант. Я ведь играю в группе «Мифы». Это старейшая рок-группа Санкт-Петербурга, 67-го года она играет. Да? Играем, кофе. Репетируем. Очень здорово. Кофе пили. Вот. Ну, многих из тех людей уже нет, сам знаешь. Да. Да, да, очень многих. Что тебе вот помогло удержаться на ногах, не оставить вот это ремесло? Да вообще очень трудно сказать. Я, собственно говоря, никогда даже не думал, что я выживаю. Я просто живу. Как-то живу и всегда как-то есть такое ощущение, что жизнь-то не просто так. И всегда было ощущение такое, что, ну, что все хорошо, все что будет хорошо. Вот что-то внутреннее, вот какая-то уверенность, несмотря ни на какие трудности. Другое дело, что ведь многие ушли, которые просто вот слишком отдали себя алкоголю. Наркотиков тогда не было в наше время так вот особо. А вот алкоголю и таким вот каким-то совершенно неадекватным своим каким-то образом жизни, как-то вот они все это привели себя. Очень много ребят ушло, кто моложе намного. Вот мы даже 20 с небольшим лет и 20 лет назад ездили по гастролям, ребята, кто моложе, очень много ушло. Но это все, как правило, вот как правило, люди пьющие, как правило, выпивающие, скажем так, не без этого. Потому что у всех в результате сердце, вот так там, слушаешь, сердечко останавливается все, к сожалению, никуда не денешь. А вот Вера, православная вера, она когда вошла в твою жизнь? Ну, с Верой интересно. Это давно, еще в молодости, там, естественно, какие-то увлекался совершенно другими вещами. Там принесли какие-то лекции, там тогда на машинке отпечатаны какие-то там НЛО, там еще чего-то. Но, во всяком случае, вот это подвигло к тому, что не все, что изучает наука, есть истина, и есть еще что-то, вот там что-то есть еще. И потом пришел все равно к пониманию, что есть Бог, все равно есть вот этот источник, из которого все появилось. Но как-то я считал, что я считал себя верующим человеком, но никогда не считал, что обязательно нужно какое-то там, допустим, принадлежать какой-то вере, конфессии. То есть я был таким вот я верю. Ну и потом пришло все-таки понимание, что надо покреститься. Вот так получилось, у меня в семье же все были крещеные, брата крестили в детстве, а меня нет. Я жил некрещенным, покрестился я первый раз в 49 лет, пошел закрестился. Я еще носил бороду, такие же длинные волосы, я прихожу, значит, это Свято-Парковский собор, я спускаюсь в подвал, где крещение, а батюшка на меня смотрит, он, видно, подумал, что это кто-то пришел, кто-то работать пришел, он говорит, у нас служебный вход с той стороны. Я говорю, нет, батюшка, я креститься пришел. Так было очень забавно, так очень весело. Ну, это непростой, да, был путь к вере? Конечно, непростой. И, ну, мы на гастроли ездили с многими ребятами, которые уже были тогда верующие люди. Вот, уже вот, там, да, такой был Боря Казаков у нас, «Царствие небесное». А, я знаю. Группа «Диктатура». «Диктатура», да. Да, который всегда говорил, я христианин. Потом он говорит, Борька, ну ты же напился вчера. Я христианин. Ну, я плохой христианин. Твоя любимая присказка такая. Вот, так что, нет, я не считаю, что особо трудный был путь, и что-то такое уж трудности было. Вот как-то мы пережили вот эти 90-е, вот как-то, не знаю, мы ездили по гастролям, нам было очень интересно. Это вообще был выход, наверное, когда вот не было работы, да, там люди там бросали там работу, что ее не было, там дипломы свои куда-то отставляли, да, ехали там куда-то, кто в ларьках работал, кто ездил там куда-то, там в Турцию там возил какие-то там вещи там на продажу. А вот так повезло, что вот мы собрались и стали ездить по гастролям, и ездили по всей стране, и, в общем, как-то вот... Ну, мы не считали, что мы выживаем, нам было очень здорово, и... Я вот даже сейчас думаю, что мы уже были как-то люди, у которых был опыт за плечами большой, музыкальный, жизненный. И мы тогда ездили, рассказывали друг другу, ну, когда в поезде едешь трое суток, и половина вагона едет наша бригада, конечно, там все со всеми переговорят, это было очень такая, очень сплоченные ребята. И
очень много так рассказывали истории друг другу, там, из жизни, там, очень было все интересно. Но никто тогда не ожидал, что на самом деле вот именно эти годы, они будут вспоминаться как самые вот лучшие годы нашей жизни, потому что это было очень интересно, это было здорово, это был настоящий праздник. Мы так скучали друг о друге, мы встречались на вокзале, мы все обнимались, когда люди не понимали, что это люди вроде как провожают, нет, все едут и обнимаются, и радостные такие. Вот, это было очень интересно. Это помогло пережить это время, да? Да, конечно. Вот так вот просто вот так сложилась жизнь. Вот такой Божий промысел, что вот так. Споешь, Саша, еще что-нибудь? Да, конечно. Ну вот есть у меня такая песня. Это две песни, которые... Одна песня. Я их объединяю, называется «Ночь и день». Первая половина ночи, вторая день. То есть они одинаковые практически по музыке. Вот, ну, немножко отличаются, может быть. Ну, вот первая песня «Ночь», да? А ночь подходит к концу, розовеет восток. От ночных разговоров останется дым. Это минуты и есть в нашей жизни итог. Ни тебе, ни мне, к сожалению, не стать другим. Кто-то пытается снова нас всех удивить. Кто-то пытается нам объяснить, что к чему. Кто-то кричит, что пора жизнь свою изменить. Мы улыбнемся, не очень-то веря ему. Ведь так уже было вчера. Это случалось уже много лет. Будь милосердна, сестра, принеси свечу для того, кто не видит рассвет. А вечер свернется у ног, как отъевшийся кот. Горе кому-то, неся кому-то экстаз. Час или два, и ему ночь на смену придет. А потом посветлеет восток, как было не раз. А научи меня верить далеким холодным ветрам. В них есть воздух, ушедший от нас, его путь завершен. Научи меня верить простым и доступным словам. Научи меня верить тому, что все хорошо. Ведь так уже было вчера. Это случалось уже много лет. Будь милосердна, сестра, принеси свечу для того, кто не видит рассвет. Сколько надежд одиноких сгорело дотла, сколько безудержных планов рассыпалось в прах. Может, кого-то согреют угли и зола, и удобрением послужит в растущих садах. А я, наверное, долго живу, потому и устал. День за днем за движением солнца по кругу следить. Мы добры и мудры, но опять распинаем Христа. В роли праздных зевак на Голгофу привыкнув ходить. И так уже было вчера. Это случалось уже много лет. Будь милосердна, сестра, принеси свечу для того, кто не видит рассвет. И так уже было вчера. Это случалось уже много лет. Будь милосердна, сестра, принеси свечу для того, кто не видит рассвет. Спасибо, Господи, за песню. Напомнили мне интонации, все, гармонии. Напомнили вот наше то время. Я помню, мы сидели... Я сидел лично в Дворницкой своей. Ну, мы, да, там, мы там собирались, да, пели песни, мечтали о переустройстве, о будущем. Да.
Что у нас мечтали о новом государстве, сейчас, в котором мы и находимся. Домечтались. Ну, не знаю, мне как-то вот мы, когда вот трутником я вот работал в прошлом году, позапрошлом году, два года на строительстве монастыря Александра Свирского, подворье подробшее, там с батюшкой мы, значит, копали фундамент, и вот говорили об этом. И вот батюшку спрашивает там одна женщина: ну а что ж вот у нас все так плохо? А он говорит: а мы еще в плену, мы еще вот не искупили вот все, что вот случилось в советское время, когда рушили храмы, убивали людей и в лагеря ссылали. Ну, понятное дело, в общем. Поэтому это надо принять. Это ж наше, никуда мы от этого не ушли пока. Я хотел тоже... У меня вспомнилась одна моя песня. Я попробую ее исполнить. Надо было, конечно, немножко потренироваться. Ну, вот как получится. Как раз песня того времени. Созвучны. Было поздно, где-то пели, кто-то плакал без надрыва. Слава Богу, все успели, скоро будет край обрыва. Осознали, жили сложно, жили ночью, жили вечно. И отнюдь неосторожно, а беспечно. Все оправдывать умели, так хотелось быть слепыми. Много пили, мало ели, разговорами пустыми разгоняли безысходность и тоску, что в ночь рывалась. Что нам делать оставалось? Что нам делать оставалось? Спасибо. Из тех времен. Очень красиво. Да, так это сразу понятно. Понятно, из тех, да, на чем мы росли. Вообще были времена безумно красивой музыки, конечно. Это фантастическое совершенно. Я не знаю, куда все сейчас делось, к сожалению. Ну, не будем. А то как-то получится какое-то старческое брюзжание. Вот наше время было. Нет, сейчас тоже много, конечно, хорошей музыки. Но тогда был просто вот фонтан просто музыки вообще отовсюду. Хороший, прекрасный. Споешь что-нибудь, Саша, еще вот вторую часть? Ты обещал вторую часть. День, час, да, поем. Это было, что у тебя ночь была, а теперь день. Теперь день, да. Поэтому по музыке они одинаковые. Паутиною дел был опутан день. Тот, кто очень хотел, тот остался в ней. И уже не досуг, что и как вокруг. Ведь для множества дел не хватает дней. В этом мире достанется всем забот. Что нам запахи трав или цвет небес? Хлеб насущный диктует бежать вперед. И кому за деревьями виден лес? Небеса смотрят на нас столько лет. Миг на столетие разменивают небеса. Но у нас для общения с вечностью времени нет.
Нам важнее, что будет в ближайшие полчаса. И меняется жизнь вроде как сама. И надеемся мы к лучшему для нас. Только что-то бы длинней каждый год зима. Только что-то короче стал в сутках час. И горит в нас желание все успеть. И дела как мишени, а жизнь как тир. И уж некогда по сторонам смотреть. Даже если на голову рухнет мир, небеса смотрят на нас столько лет. Миг на столетие разменивают небеса. Но у нас для общения с вечностью времени нет. Нам важнее, что будет ближайшие полчаса. И стоим молча мы у раскрытых врат. За вратами темно, но и сзади мрак. И понятно давно, что нельзя назад. Но пока что, увы, и вперед никак. Паутиною дел был опутан день. Важных дел, продиктованных суетой. Суету убери у себя внутри. И что сможешь припомнить о жизни той? Небеса смотрят на нас столько лет. Миг на столетие разменивают небеса. Но у нас для общения с вечностью времени нет. Нам важнее, что будет в ближайшие полчаса. Небеса смотрят на нас столько лет. Миг на столетие разменивают небеса. Но у нас для общения с вечностью времени нет. Нам важнее, что будет в ближайшие полчаса. Нам важнее, что будет в ближайшие полчаса. Мне хочется такой серьезный вопрос задать. Чем ты сейчас живешь? Что в итоге? Музыкой живу, музыкой. Концертов сейчас мало, конечно, стало. Мало концертов, очень много клубов в городе, конечно, клубов, которым, в общем, нужна прибыль, им все равно какая-то музыка, качественная, некачественная, как правило, там ну, самодеятельность выступает, хорошо, плохо, это не важно. Поэтому сейчас концертов стало мало, люди стали меньше ходить на концерты, ну, принимаем как данность. Вот. А так все-таки это концерты, это музыку пишу вот на заказ вот, с моим напарником, с товарищем, это наша группа «Русский музей», где мы исполняем мои песни, да, это бывший клавишник и саксофонист группы «Пикник» Юра Ключанцев. Вот мы с ним делаем аранжировки и пишем музыку вот очень часто для каких-то там, допустим, корпоративов, может быть, для рекламы, для, ну, несколько музыкальных спектаклей написано, мюзиклов, там, для кино. Как вот с духовной жизнью это сочетается, вот внутренней духовной жизнью? Конечно, конечно. А с духовной жизнью сейчас вся жизнь сочетается, потому что с годами все-таки, ну, как-то, не знаю, может, страстей в душе меньше становится, да, но с годами как-то хочется вот света больше внутри. Это становится самым главным. И уже никуда от этого не деться, это просто вот внутренняя потребность. И поэтому вот, как сказать, внутренняя потребность более глубокого общения и с людьми, и с миром, и от этого никуда уже. Вот, вот это есть стержень. Ну, а противоречия-то нет, то, что ты делаешь, нет. Или делал раньше, может быть? Да нет, наверное, да. Нет, потому что и раньше, что бы я ни делал, наверное, все-таки вот это внутри какой-то был тормоз не переходить грань определенную, во-первых, а во-вторых, всегда был тормоз того, что вот это все приходящее, мелочность там, все это, ну, допустим, вот деньги. Деньги нужны для жизни, да, но тут вопрос о том, что для этого человек
как бы сделает, чтобы... Предпринимает что-то. Да, что предпринимает. Один, допустим, мало кто из людей пойдет на преступление, да, чтобы заработать, там, получить деньги, не заработать. Но очень много людей, кто пойдет на преступление перед своей душой, и они это не осознают. То есть они как бы вот, а, вот давай, а вот, вот это надо. Ну, это их выбор. Музыка может тебя прокормить сейчас, да? Ну, так может, может быть. Да. Конечно, это тяжело. Конечно, это тяжело. Сейчас стало очень тяжело. И когда молодежь, я встречаю вот сейчас в рок-клубе в Петербургском, у нас очень много молодых групп, и я говорю, что, ребят, нет, сейчас по профессии вы не делайте это. Оставьте это как хобби, занимайтесь. Это творчество, это здорово, это как бы вашу душу греет, но не надо профессии это делать. И, кстати, они сами это понимают. Вот в рок-клубе в Петербургском совершенно есть удивительная ситуация. Вот музыки хорошей мало, а музыкантов хороших сейчас очень много. И есть вот группа, я не буду делать рекламу, не буду называть группу, вот мы приходим к ним на репетицию, нас пригласили. А ребята, у ребят почти у всех консерватории за плечами, но они занимаются другим. А вот им все равно вот, потребность есть, они собрались, нотки открыли, ну что, с третьей цифры, 3-4, и поехали. Ну, мы посидели, послушали, говорю, ребята, а чего вы нас пригласили? Ну, послушай со стороны. Я говорю, у вас все хорошо. Это что мы можем сказать? Там люди классные, отличные музыканты. Вот. Ну, вот такая вот история, она очень сейчас распространена. А мне музыка храм помогает сейчас строить. Ну, в частности, эта передача. Я вышел сейчас. Ну, может быть, нам удастся вместе... как-то поработать, приглашайте вот на мои творческие вечера в Театр Странник. Угу. Это вот с осени начнутся. Понятно, да. Ну, почему нет, конечно. Конечно. Ну, вот. К сожалению, время передачи так быстро подошло к концу. Ну, а это всегда так. Это всегда так. Кажется, ой, какая большая передача, что-то вот надо поговорить, а потом, как уже все, да, уже все. Как ты говорил, что время уже быстрее, да, да. Твоей песни. Да. Есть песня у нас такая «Время течет, незаметно от нас унося». И так далее такая. Все, что уходит, и все. Что возвратить уж нельзя. Геннадию передавай от меня Божье благословение, поклон. Обязательно, обязательно. От Толика Першина. Он меня, наверное, так помнит. Ну, наверное, конечно. Дорогие зрители, на этом передача наша подошла к концу. До скорых встреч. Божьего благословения и ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях.